Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас рада приветствовать на нашем вебинаре, втором вебинаре, посвященном организации конкурса профессионального мастерства для лиц с инвалидностью Обилимпик среди школьников. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно, и мы с вами сегодня поработаем уже на непосредственной подготовке к чемпионату, потому что я предполагаю и надеюсь, что здесь сейчас присутствуют на нашем совещании только те уже, кто подали заявки для участия в чемпионате. Но я начну с самой главной новости, которую, ну, кто-то из вас уже знает, до кого-то она уже доведена, кто-то, возможно, еще не знает, о том, что в связи с тем, что происходит сейчас в мире и в нашей стране, чемпионат Обилимпикс перенесен на... Я стрелочку не вижу. Ага. Чемпионат Обилимпикс у нас перенесен с апреля на сентябрь месяц. Надеюсь, что к этому времени уже все успокоится, и мы с вами все вместе проведем этот чемпионат на том же уровне, на высоком, на котором и задумывались. Но мы осознанно не стали переносить этот вебинар, потому что в любом случае вся основная подготовительная работа у нас должна быть закончена в срок, потому что регламентом предусмотрено проведение всех основных вот этих точек подготовительных, поэтому все должны закончить в срок. Больше вебинаров не предполагается, поэтому я, соответственно, остановлюсь на основных подготовительных моментах. Сразу вас предупреждаю, что вы можете задавать вопросы, максимально я постараюсь на все ответить. Сейчас у нас на связи все главные эксперты по всем компетенциям школьников, соответственно, мы тоже эти вопросы будем оперативно решать, чтобы никаких недоговоренностей и там сложностей у нас с вами не осталось. Итак, сроки чемпионата вы сейчас видите на экране. На сегодняшний момент у нас с вами завершена заявочная кампания, она у нас такая получилась очень большая. Вы видите, что у нас очень достаточно большое количество участников. И я вам могу сказать, что среди трех возрастных групп чемпионата, это школьники, студенты и специалисты, школьников больше всех. То есть у нас самые наполненные компетенции, самые многочисленные. И в этом смысле, ну, конкуренция тоже будет, я думаю, очень высокой. Но и мы займем свою, так скажем, нишу. На сегодняшний момент у нас... открыты 24 компетенции, вы их видите на экране, участвует более 300 участников. Для работы, для экспертной деятельности привлечено 152 эксперта. Ну, то есть, соответственно, команда, которая будет принимать участие в этих соревнованиях, она сформирована. Сразу, наверное, предскажу тот вопрос, который появится у многих и появляется очень у многих, это по поводу участников, тех, которые у нас выпускаются, выпускники школы. Еще на этапе заявочной кампании мы с вами разговаривали и предупреждали о том, что национальный чемпионат будет у нас осенью, и в любом случае вы должны, готовя выпускников, выставляя выпускников на региональный чемпионат, предполагать, каким образом вы будете их готовить. Теперь сделать что сейчас? По факту есть у нас компетенции, есть дети, которые выпускаются из школы. Вот сейчас, соответственно, вам нужно подумать и принять решение, каким образом они смогут, каким образом вы их сможете подготовить к чемпионату. Потому что участвовать в той возрастной группе, на которую они заявились, они могут. Вовремя у нас прошла заявочная кампания, мы вовремя аккредитовали всех детей. Сейчас, соответственно, заканчивается ситуация с регистрацией, и отказать по формальным признакам мы не можем вам. То есть эти дети, они имеют право участвовать в чемпионате. Другой вопрос, каким образом вы их сможете привести и организовать их участие и подготовку, самое главное, к чемпионату. Здесь уже должны принять решение самоучреждения. Соответственно, мы можем на этом этапе только заменить участника, если выпускник вот в какой-то крайней ситуации, мы участника можем либо заменить, либо исключить по вашему решению. Новой заявочной кампании не будет.
То есть это те дети, которые уже сейчас в составе участников. Да, это я так уже, скажем, предполагаю. Вопрос у меня опять куда-то исчезла. Так, все. Я сейчас вам наглядно покажу, чтобы вот вы видели, что у меня не голословные утверждения про увеличение. Вот это динамика. В 2017 году был проведен первый чемпионат Обилимпикс. Мы начинали с 20 участников, и вы видите, насколько у нас эта ситуация выросла. Теперь про нашу будущую жизнь. Что же нам сейчас нужно сделать? Ну, постараюсь кратко и емко объяснить. Во-первых, мы сейчас завершаем заявочную кампанию. До 1 апреля тот, кто этого еще не сделал, должен зарегистрировать участника на указанном сайте. Презентация у нас будет на сайте ПК, поэтому вы сможете скачать. Я постаралась прям максимально расписать. Презентация достаточно длинная, чтобы было понятно и потом в работе ее использовать. То есть вы регистрируете участника, направляете заявку на участие в выбранной компетенции, именно в той, на которую вы направляли документы. И о том, что это произошло, вам нужно сообщить в свой центр компетенции. Это очень важно, чтобы люди могли это понимать, потому что мы сейчас не видим, и центр компетенции не видит, что происходит на этом сайте. А все они увидят только после 1 апреля, те списки, которые там появятся. И, соответственно, помочь вам уже никто не сможет. В этом смысле вам нужно очень, ну, то есть оперативно отработать тот, кто этого еще не сделал. Кто сделал, ну, те молодцы. Ставят себе плюсик и ждут дальше, соответственно. Я напоминаю ответственных за каждую компетенцию. Еще раз, у нас 24 компетенции, несколько центров компетенции. Я их расписала, в прошлый раз вам показывала. Есть ответственное лицо, которое, ну, к которому вы всегда можете обратиться, дозвониться, и оно ответит вам на все вопросы. Кроме того, у каждой компетенции есть свой главный эксперт. И я точно знаю, что они тоже ведут очень плотную работу со своими участниками. И вы наверняка знаете, например, если у меня участник бисероплетений, то Ирина Анатольевна Анисимова является главным экспертом, и она, соответственно, знает всех детей, всех сопровождающих и так далее. Если вдруг вы не знаете, кто за вас отвечает, то вам это надо срочно узнать, то есть, чтобы вы не потерялись и мы про вас не забыли. Все, ну, со всеми связь должна быть установлена. И вы, соответственно, тоже знаете телефоны, на которые звонить вы можете. То есть я вот тут направляю на все. Если вдруг вы не сможете связаться со своим центром компетенций, звоните лично мне, я буду выяснять, что же происходит, почему с вами на связь не выходят. Так, это такой ознакомительный момент, еще раз напоминаю, кто за что отвечает здесь. Ну а теперь непосредственно про то, что же будет происходить. Сроки проведения вы видите на экране, место проведения не поменялось, это будет выставочный центр «Сибирь» на Авиаторов 19. Соответственно, там под «Обилимпикс» будет занято три больших павильона, холл, гранд-холл «Сибирь» для открытия. То есть фактически весь выставочный центр на эти три дня превратится в такую большую-большую соревновательную площадку «Обилимпикса». Весь чемпионат состоит из, ну, я так условно разделила, три большие части, в которых, соответственно, вы можете поучаствовать. И даже если вдруг вы не являетесь участником, то есть у вас есть дети, особенно это касается красноярских школ, можно принять участие в других частях чемпионата и познакомиться, что же это происходит. Потому что мероприятие, оно действительно очень масштабное и очень большая работа проведена. Итак, остановлюсь на общих вопросах, которые и мне звонят, и организаторам центра компетенций. Проживание. То есть в эти три дня, соответственно, дети, участники, сопровождающие эксперты будут проживать, будут, ну, естественно, жить здесь, в городе Красноярске. Пока где именно они будут жить, конкретные адреса я вам сказать не могу, потому что это связано с переносом сроков, и понятно, что это будут торги и так далее. В
прошлом году, по опыту прошлого года, мы задействовали общежитие колледжей, и, соответственно, там люди жили, там условия для них создавали. Чтобы вы понимали, эксперты и участники, они проживают бесплатно за счет средств центра движения Билимпикс. Сопровождающие проживают за свой счет. То есть они направляются в командировку, и, соответственно, они там проживают. Заезд будет за день до чемпионата, то есть, соответственно, 27 сентября вы сможете заехать, спокойно переночевать и принять участие. Вы, соответственно, день после окончания чемпионата. Если вдруг кто-то захочет остаться на подольше, по каким-то причинам не уедет в этот день, то это уже тоже, опять же, за свой счет. Питание тоже прошу обратить внимание, потому что вы будете проводить работу там с родителями и так далее по направлению, что завтраками участники будут обеспечиваться бесплатно все, которые проживают, ну, то есть иногородние участники. Обедами участники-эксперты обеспечиваются в день проведения соревнований. Соответственно, в другие дни и ужины вы питаетесь самостоятельно. Мы постараемся и завтраки, и обеды, и ужины отдельно договориться там со столовыми или с какими-то учреждениями питания, чтобы вы могли направить заявку и, соответственно, все вместе прийти покушать, как это было в прошлом году. Скорее всего, это так и будет, но пока не по ценам я вас сориентировать не смогу, только вот по факту самого принятия пищи, где это будет. Теперь по трансферу. Если от вас, от учреждения набирается большая группа, либо мы будем видеть, когда сбор заявок произойдет, что в одно и то же время приезжает достаточно много участников, экспертов, то, соответственно, вас из вокзала, ЖД вокзала или автовокзала заберут и привезут до места проживания. Здесь просто это нужно понимать. Если, соответственно, будет людей мало, ну, то есть вы добираетесь самостоятельно. Но пока точно посписочно сказать невозможно, потому что этих списков еще нет. Вы знаете сейчас, что эта работа идет. И понимать конкретно, кто когда приедет, мы будем ближе к чемпионату своему. Но я думаю, что в основном мы всех заберем и привезем до места проживания. Соответственно, от места проживания до проведения соревнований обратно также будет ходить автобус, и он будет доставлять участников и сопровождающих на место проведения чемпионата. Теперь смотрите, я сделала вот такую вот разбивку для удобства вашего, по каким дням будет проходить соревновательная программа. То есть, чтобы вы видели, в какой день будет этот ваш участник. Соответственно, это больше сделано, конечно, для того, чтобы ориентировались участники красноярские. Они, соответственно, могут каждый день, допустим, не ездить, а могут приезжать только на день своих соревнований. Но я всех предупреждаю, что так как это чемпионат, мы там участвуем все вместе, то открытие и закрытие мы будем, соответственно, все, то есть участие всех 100% участников, экспертов обязательно. Будет представление муниципалитетов. Я вас прошу отработать либо с управлением образования, может быть, какое-то необходимое включение, чтобы был флаг муниципалитета. У нас участвует более 40 муниципалитетов в этом чемпионате. То есть, чтобы вы достойно представили, показали тот город, тот район, из которого участник, соответственно, прибыл. Открытие и закрытие, чуть позже я покажу сроки, они, соответственно, пройдут в первый и в третий день. Так, эту информацию также вы сможете увидеть. Теперь я немножечко расскажу, что же будет. То есть вы понимаете, что мы сейчас говорим про соревнования. Что же будет происходить в день непосредственного соревнования? Вот по такому алгоритму будет проходить каждый день. Соответственно, вы привозите на площадку для чемпионата, вы привозите все необходимые документы, которые вы уже предоставляли, сканы. Сейчас вы привозите оригиналы для того, чтобы вас могли соотнести, что это действительно тот участник, который был заявлен. Сразу я вас прошу, уже сейчас на этапе ко мне поступают
информацию от главных экспертов, что, например, не все, есть документы, которые еще в процессе изготовления. Есть, например, документы, которые там безнадежно устарели. Например, у нас там всплывают заключения по МПК, где рекомендуют еще школу восьмого вида. То есть таких школ сейчас нет. Понятно, что заключения у нас должны соответствовать той действительности, в которой мы живем. Поэтому я вас сейчас прошу, сейчас будет время привести документы в порядок и ставить в известность. То есть если, например, участник получает какой-то документ, там, допустим, он получает паспорт, у него было свидетельство о рождении, сейчас в апреле у него исполнилось 14 лет, он получает паспорт, очень оперативно сообщать об этом в свои центры компетенции, чтобы мы знали, что у вас все в порядке, и на финальном этапе ребенка никуда не снимут. Далее происходит жеребьевка, причем вот эта ситуация с приемом документов жеребьевкой мы можем организовать накануне. Например, компетенции, которые участвуют в третий день, скорее всего, так все и будут делать, то есть мы во второй день вечером все проведем, чтобы не тратить лишнее время, ну, во время выполнения задания. Пройдут все необходимые инструктажи для детей и непосредственное выполнение заданий. Здесь я опять же хочу немножечко остановиться. Для каждой компетенции разработано и согласовано и утверждено техническое задание. Если у вас до сих пор по какой-то причине этого задания нет, то вам надо срочно-присрочно обратиться в центр компетенции и его получить. Но я надеюсь так, что оно у всех есть. Кроме того, эти технические задания выложены на сайте регионального центра движения «Билимпикс», это колледж отраслевых технологий предпринимательства Красноярска. Они там выложены, они у нас частично есть в нашей группе ВКонтакте, то есть вам нужно вот эти задания получить, потому что там максимально расписано, каким образом будет проходить выполнение задания, сколько времени, сколько модулей будет, инфраструктурный лист. То есть инфраструктурный лист – это то, что будет предложено для ребенка, то есть все те материалы и оборудование, которые будут находиться на площадке. Соответственно, все необходимые там схемы, карты, все, что для выполнения задания, критерии оценки. С этим заранее вы должны познакомиться, и по этому техническому заданию вы, соответственно, готовите ребенка. За сутки до проведения чемпионата техническое задание может поменяться на 30%, но суть в любом случае останется, ну, она останется. Здесь после выполнения всего задания подводятся итоги, общаются с участниками. Особенно нам понравилась понравилась ситуация, когда у нас эксперты, особенно приглашенные эксперты, эксперты-работодатели, беседуют с детьми, и с ними каждое задание отрабатывает с точки зрения именно профессиональной оценки. Дети очень с интересом смотрят, слушают, и это, ну, действительно, это не просто педагог, которого они видят там каждый день, или в любом случае учитель школьный, а это человек, который, ну, так скажем, от станка, он пришел, он знает, о чем он говорит, и в этом смысле он знает, какой специалист нужен на работу, и насколько ребят вот таким образом мотивирует. Ежедневно после 4 часов будет награждение вторых-третьих мест. Все первые места, они будут награждаться на закрытии чемпионата. То есть вот таким образом будет выглядеть соревновательный день. Длительность зависит от технического задания. У нас есть, например, задание, которое выполняется за 1,5 часа, а есть, например, как компетенция переводчик, когда ребята будут работать 2 дня, то есть его разбили задание, потому что они достаточно, ну, трудные и длительные по времени выполнения. Следующая, так скажем, я
условно выделила, это культурная программа чемпионата. Она очень большая. Ну, понятно, что открытие и закрытие чемпионата у нас пройдет. Оно всегда очень так красиво все проходит. Кроме того, предполагается для иногородних участников это экскурсионная программа. Но она может быть такая, как я написала, возможно, она немножко поменяется. Но, тем не менее, это такая программа предполагается, чтобы познакомиться с нашим городом, и чтобы в те дни, когда у них нет соревнований, ребята тоже не скучали и могли участвовать. Запланировано очень много мастер-классов, то есть их там более 20 различных тренингов, творческие мастерские выставки, то есть, ну, каждый сможет поучаствовать. Здесь. В этом году мы придумали и такую форму, как Baby Abilympics. Это, конечно, пройдет. Я ее почему сюда выделила? Потому что, ну, это условное соревнование ребят дошкольного возраста. Это будут две компетенции по лего-конструированию и правилам дорожного движения, связанные именно с профессией, будущей профессией постового инструктора. Если это я сейчас обращаюсь к школам на территории города Красноярска, если у вас там связь есть с детскими садами, где обучаются дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, вы можете выйти лично на меня для принятия участия в этой, ну, в этом, в, на этой площадке. Так. Соответственно, деловая программа. Эта часть, я думаю, что будет более интересна, конечно, для тех педагогов, которые приведут детей. Мы стараемся в рамках деловой программы поднимать очень сложные, такие злободневные вопросы, которые волнуют именно педагогическое сообщество. Там участвуют разные ведомства, и Министерство образования, и соцполитики, и здравоохранения, и труда и занятости. Как раз решить те ваши насущные вопросы, которые, ну, которые волнуют, о которых мы можем договориться, связанные именно с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа эта очень большая, такая достаточно большая. Ближе к проведению чемпионата мы ее направим во все муниципалитеты. Вы сможете поучаствовать, выбрать тот вариант, куда вы сможете прийти. Ну вот, например, по моему опыту, в прошлом году мы проводили переговорную площадку с учреждением общего образования и среднего профессионального, и какие-то вот наши волнующие проблемы поднимали, чтобы их решить и каким-то образом ситуацию сдвинуть с места те проблемы, которые сейчас есть. Профориентационная программа, остановлюсь немножечко на ней отдельно. В рамках чемпионата мы уже 2 года проводим экскурсии для школ в рамках чемпионата. Не обязательно это могут быть ребята с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть любые школьники, которые организованно приедут, мы их встретим с экскурсоводами, их проведут по всем площадкам, покажут, как ребята работают, поучаствуют в мастер-классах, поучаствуют в каких-то творческих мероприятиях. Ну и, соответственно, вот эта ситуация на формирование какого-то толерантного отношения, на взаимодействие, на повышение, наверное, значимости профессии, оно очень интересно. У нас участвовали там ребята из школ, реализующих адаптированные образовательные программы. Сейчас я опять же приглашаю присоединиться школы, муниципальные школы, ну, города Красноярска, близлежащих городов, которые, соответственно, вы можете направить нам заявку, мы вас встретим, и по тому графику, который вам удобно, проведем такое мероприятие. Для участников мы в прошлом году немножко вот начали, в этом году, соответственно, тоже постараемся это сделать, чтобы были проведены экскурсии, профессиональные пробы на предприятии. В этом нам помогают эксперты-работодатели, чтобы те участники, которые приехали, которые участвуют, которые, возможно, думают связать свою жизнь с этой профессией, попробовали ее уже, ну, так скажем, прямо руками. Не просто в школе, а именно уже на предприятии. Кроме того, будет работать целый ряд консультационных пунктов. Можно сообщить об этом родителям,
опять же, педагогам связаны, консультационные пункты будут от разных ведомств. Это и для родителей по вопросам образования и развития детей с ограниченными возможностями, в том числе по выбору профессионального пути ребят с инвалидностью, по мерам социальной поддержки. То есть вот если есть какие-то вопросы, можно прийти проконсультироваться со специалистами непосредственно именно там. Теперь, соответственно, ребята, мои дорогие, я вам хочу сказать, вы видели по всем, уже я вам показывала ответственных от каждого центра компетенций. Если есть вопросы, связанные с соревнованием, с технической частью и так далее, обращайтесь сразу к ним. Если вдруг у вас возникают общие какие-то вопросы непонятные, если вы не можете дозвониться по какой-то причине до своего там эксперта или ответственного, вот это номера, которые вы выходите, это либо я, либо Анастасия Александровна Головина мне помогает, вы, соответственно, вот связываетесь, мы постараемся решить все проблемы. Но, по крайней мере, никого без внимания не оставили. Ну и так как мы с вами же педагоги, мы же не можем без домашнего задания, а учитывая, что мы с вами сейчас все на дистанционное образование переходим, вам тоже такое вот дистанционное образование, домашнее задание. Повторяю еще раз, а потом перейдем к вопросу. Что нужно сделать в ближайшее, ну, естественно, дальнейшее время? Во-первых, это кто не сделал, заканчиваем регистрацию на сайте, направляем заявку, уточняем состав участников, если возникают вопросы с выпускниками. Это все прорабатывается индивидуально с ответственным, с главным экспертом вашей компетенции, чтобы это все произошло не просто так, я решил там заменить или я решил уйти. Это все прорабатывается с главным экспертом. Если есть сложности с документами, то эту ситуацию необходимо доработать до конца. Коллеги, я очень вас прошу, у нас, к сожалению, порой возникают ситуации, когда мне приходится вмешиваться и выходить на директора, там, если какие-то вопросы. Я считаю, что это неправильно. Мы, каждый из вас, когда принял решение готовить участника к чемпионату, он понимал, что он несет некую ответственность за это. С документами необходимыми мы знакомились заранее, поэтому тоже меру своей ответственности можно было оценить сразу. И сейчас, когда вот эти ситуации всплывают, какие-то сложности, мне не очень это понятно. Я думаю, что мы с вами взрослые люди, и это все до конца доработаем. Следующее задание. Опять же, работа эта уже начата, ее нужно закончить. Нужно направить информацию по тому, как вы приедете и сколько вы там же будете проживать. Понятно, что время сейчас мы с вас уже не спрашиваем, но вы, в принципе, понимаете, как, на каком транспорте и как вы поедете, поэтому вы можете сказать, например, там, не знаю, город Ачинск приедет 27 числа во второй половине дня. Либо хотя бы просто, что там город Ачинск, там такая-то школа приедет 27 числа. Предварительную информацию мы должны знать уже сейчас, чтобы нам понимать запрос, сколько нам нужно мест для проживания. Поэтому я прошу вот эту предварительную информацию, с учетом того, что следующую неделю все будут отдыхать, ну, школы, отработать до 10 апреля с вашими центрами компетенции. Уточненную информацию уже с более понятными сроком и временем, чтобы мы могли организовать трансфер, мы делаем, соответственно, в сентябре. Только уточняем. Не вновь мы какую-то пишем, что мы хотели жить один день, а теперь мы хотим жить три дня. Нет. А только уточняем по времени, что мы приедем там в 16:00. Это все мы, соответственно, отрабатываем. По профориентационной программе, если необходимо, вот про что я говорила, организовать экскурсии для школьников города, ну и близлежащих городов, эту ситуацию, эти заявочки, ваше предложение нужно обговорить с Анастасией Александровной. Ее контакты указаны.
Она, соответственно, с вами вам все расскажет, вы какие-то вопросы зададите, ну и оформим уже заявку, чтобы нам понимать, сколько это будет людей, чтобы всем было комфортно и удобно в то время, когда им будет удобно. Вот так вот. И здесь, знаете, еще немножечко такое отвлечение сделаю по поводу вот информации и сборов. Мы постарались минимизировать ситуацию звонков школы, но у нас не всегда это получается. Поэтому, к сожалению, бывает, что до одного и того же педагога дозваниваются три разных человека. Такое бывает, и мы, к сожалению, не всегда это можем удержать, но вы тоже понимаете, 309 участников, более 300. Людей в нашей школе работает не так много, и вы сами знаете нагрузку. В этом смысле я прошу с пониманием относиться, и если какую-то информацию нужно продублировать, если где-то что-то потерялось, я прошу это делать. И опять же, давайте несем немножко ответственность за себя, что если уточняете, получили информацию или нет, то бывает у нас ситуация, как сейчас, допустим, с участниками отдельными, направлена заявка еще в середине февраля, и мы об этом, ну где-то она потерялась, понятно, что это наша недоработка, но тем не менее заранее никаких тревожных звонков сделано не было. Так, то есть предложение мы от вас ждем по профориентационной программе. Это то, что нужно нам, а теперь, соответственно, то, что нужно вам. Вы сейчас, времени стало намного больше, когда вы можете организовать подготовку участников, тренировки участников, можете включить ребят более младшего возраста для того, чтобы они в это движение Обилимпикс присоединялись. Для этого есть определенные ресурсы. Ну, то есть вот у нас есть сайт регионального центра движения Обилимпикс, адрес вы видите. Там есть отдельная вкладка Обилимпикс 2020 год. Там есть все техзадания, есть необходимая документация. Вы можете с этим познакомиться и взять это в работу. Кроме того, у нас есть группа ВКонтакте «Обилимпикс Красноярский край». Она работает, и мы туда ее пополняем, стараемся оперативно отвечать на вопросы по возможности, опять же. И сейчас туда поступают какие-то методические вещи. Например, Минусинская школа-интернат, они сейчас разрабатывают видеоролики прямо по подготовке участников к чемпионату. Это тоже такой ресурс, которым можно брать и пользоваться. Я думаю, другие центры тоже к этому присоединятся и какие-то свои рекомендации, возможно, туда выставят. И кроме того, не теряйтесь, выходите на связь с главными экспертами. Там прекрасные люди, они всегда готовы помочь и ответить на все вопросы. Так, ну и сейчас, соответственно, вот на таком красивом фоне я постараюсь ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что доступно рассказала то, чем мы с вами будем заниматься. А вопросов-то и вообще маленечко. Всем все понятно? Вообще чудесно. Так, а у нас участник уже закончит школу к этому времени. Как быть? Ну, как быть, я уже сказала. Заменить как? Это надо связаться со своим главным экспертом или ответственным за компетенцию в школу. И этот вопрос с ними обсудить. Так, все дети на карантине, документы на замену, как сделать? Ну, коллеги, что я вам могу сказать? Документы на замену, ну, во-первых, в каждой школе есть личные дела. По поводу согласия на обработку персональных данных, ну и заявки, это подписывает директор. Сейчас, следующую неделю вы отдыхаете, через неделю вы выходите. Соответственно, заявку директор подписать может. Согласие можно получить в электронном виде. Есть личные дела, в которых хранятся копии паспортов и заключение по НПК, копия, которая также хранится в школе, потому что на основании нее разрабатывается адаптированная образовательная программа. Есть номера тех документов, например, СНИЛСа, которые хранятся в личном деле. Поэтому давайте в таком порядке, хотя бы мы начинаем эту ситуацию отрабатывать и дорабатывать. Я надеюсь, что это будет не массовая ситуация, но, по крайней мере, начать с чего-то можно. Потом, соответственно, вы будете включаться. К тому же у нас дети не на карантине, я вас сразу про это говорю. У нас будет после окончания выходных, у нас начинается образование
с помощью дистанционных технологий, то есть дети наши учатся, с родителями вы контактируете, и какие-то задания будете передавать родителям. В этом смысле вот эта ситуация обмена, она может быть налажена, кроме того, по электронной почте. Так. Можно ли подать ребенка кандидатом специалист в учеб... Здравствуйте. Это у нас заявочная кампания закончена. Поэтому мы никого нового подать не можем. Мы сможем, единственное, я сейчас говорю, заменить, мы будем ходатайствовать, то есть это я уже беру на себя, ходатайствовать о замене участников в связи вот с выпускным. Хотя, опять же, повторюсь, что мы всех предупреждали, что я сама на прошлом вебинаре говорила, что национальный чемпионат будет у нас проходить осенью, и мы понимали, что если ребенок вдруг займет первое место, его все равно надо будет готовить и потом направлять. То есть это выбрали ответственность на себя. Поэтому сейчас я готова ходатайствовать о замене участников в связи вот с этими форс-мажорными ситуациями. Новой заявочной кампании не будет. Но ваш специалист может участвовать в региональном чемпионате 2021 года. Поэтому готовьтесь, пожалуйста. Дата открытия 28 сентября. Я надеюсь, что ничего не поменяется в настоящее время. Сейчас 28 сентября. Документы подавали до 20 февраля, но не оказалось номинации, в которую подавали. А как вы могли подавать документы в ту номинацию, которой нет? Перечень компетенций, он был известен заранее, потому что это ситуация, которую мы аккредитовываемся с Москвой. У нас после вот этого вебинара появилось совсем немного компетенций, там адаптивную физическую культуру мы аккредитовали позже, даже я еще не вспомню какую. Но основной перечень компетенций уже был утвержден, и поэтому, соответственно, тот, кто подавал, он должен был понимать, куда. Сейчас я даже не знаю, чем помочь можно сделать. Показать какую-то смежную компетенцию. Но видите, почему мы постоянно просим все делать в срок? Потому что мы очень сильно в этом чемпионате завязаны на Национальный центр движения Обилимпикс, который находится в Москве. Все наши компетенции, региональный центр, центры компетенции вот малые, которые в школах, в техникумах находятся, список участников, экспертное сообщество, это все проходит через Москву. То есть, соответственно, они нам дают вот это свое одобрение. Поэтому вот так вот совсем легко это действовать. И каждое наше изменение, соответственно, мы должны пояснять, почему так или иначе происходит. И сейчас списки уже утверждены. Давайте в индивидуальном порядке рассматривать какую-то другую компетенцию, но я не могу ничего обещать. Попробовать рассмотреть какую-то близкую. Потому что все уже завершено сейчас. Да, так, то есть можно копии, не скан цветной. Сейчас отправляйте то, что есть, конечно. Подскажите, правильно ли я поняла, что сегодняшний выпускник, девятиклассник, может участвовать в региональном чемпионате? Да, он может участвовать в региональном чемпионате, потому что вы его подавали согласно концепции движения Обилимпикс. Участвовать в региональном чемпионате может обучающийся по программам общего образования. В настоящий момент, когда у нас шла заявочная кампания, и сейчас он является обучающимся по программам, по адаптированной образовательной программе общего образования. В этом смысле мы ничего не нарушаем. В связи с форс-мажорными ситуациями произошел перенос чемпионата по независящим от нас причинам. Поэтому на этом основании мы будем ходатайствовать в Москву, чтобы все наши участники, в том числе и выпускники, приняли участие в чемпионате. Так, давайте тут, я смотрю, уже здесь. Как обновить? Так, уважаемые, так, это все. У ребенка, у школьника нет ННН. Что делать? Получить ННН. Что делать? Разговаривать с родителями. Это не сложная ситуация. Они пишут заявление, получают ННН. Так, коллеги, есть еще вопросы? Или все я объяснила? Все понятно, я надеюсь.
Ну, если вопросов нет, тогда я вас всех благодарю за внимание. Всем желаю крепкого здоровья, самое главное. Сейчас воспользоваться этой ситуацией, побыть со своей семьей, отдохнуть, набраться сил, своих идей и уже с подъемом, с новыми силами встретиться на чемпионате в сентябре. Я думаю, что у нас все хорошо и все у нас получится. Так, вопросы у нас вдогонку. Ну ладно, давайте.